Анджелина Джоли. Впервые за долгое время дала интервью 44-летняя Анджелина Джоли довольно редко дает интервью, однако недавно артистка сделала исключение и пообщалась с журналистами. Больше по теме. Дочь Анджелины Джоли хочет от нее сбежать. 13-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло хочет жить с отцом. Она поделилась мыслями о современном мире и его проблемах, а также о месте женщин в обществе. Анджелина неожиданно заявила, что в современном мире к женщинам до сих пор относятся как к ведьмам, которых в давние времена сжигали на кострах. Джоли всегда восхищалась сильными женщинами, которых ничто не останавливает в борьбе за свои права. «Если это зло, тогда миру нужно больше злых женщин. Они устали от несправедливости и насилия. Женщин могли обвинить в колдовстве за то, что они вели независимую сексуальную жизнь. За то, что высказывались на темы политики и религии или одевались не так, как все. Обвинения в колдовстве использовались для контроля над женщинами и в качестве способа заставить их молчать», считает Анджелина. К слову, у Анджелины есть 3 дочери, которых она также учит быть смелыми и не бояться высказывать свое мнение. «Я часто говорю своим дочкам, что самое важное – это развивать свой ум. Вы всегда можете выбрать красивое платье, но то, что вы надеваете, не имеет значения, если внутри у вас пустота», рассказала Джоли в интервью для Elle.